хорошо входили. Вновь неудачная передача. Явно она перехватывалась, и в пустые ворота Иманин забивает из центра площадки. И тем самым, видимо, подводит итог сегодняшней встречи. 2-0 становится. А результат в пользу казанской команды берут казанцы реванш за поражение в прошлом сезоне. 4-0, тогда напомню, Северсталь выиграла в Череповце, 1-0 в Казани. Но вот в этом году две победы Акбарса, 5-2 в Казани. И вот сейчас 2-0 за 18 секунд до завершения матча на Череповецком льду.